Преимуществами портала являются удобства, то есть проголосовать можно будет в любое удобное для гражданина время в дни голосования, безопасность, голос будет надежно защищен, прозрачное голосование, можно будет убедиться, что у вас голос учтен, и, конечно же, простота. Голосование можно будет сделать на понятном интерфейсе, и это будет просто. Для участия в ДЭК необходимо подать заявление на портале госуслуг до 11 марта 2024 года, используя мобильный телефон, планшет или персональный компьютер. Это можно сделать в любом МФЦ, используя сектор пользовательского сопровождения. Здесь самостоятельно, либо с помощью консультанта, заявление можно подать в любое удобное для гражданина время. Как раз обсуждали с друзьями, пойдем мы на УВИК или же выберем другой выбор голосования. И мы пришли к тому, что все-таки электронное для нас будет удобней. Ведь у нас есть учебная занятость, тем более это голосование выпадает на сессию. То есть у нас нет времени прийти именно на участок.